Всем привет! Сегодня мы путешествуем по Нижегородской области, по Оборскому району. И приехали мы в бывший пионерский лагерь имени Макаренко. Мы прогуляемся по нему, по его территории и посмотрим, что от него осталось. Мы стоим у главного входа в пионерский лагерь имени Макаренко. Надпись стертая, но если приглядеться, то в принципе можно увидеть, что здесь написано «Пионерский лагерь имени Макаренко от завода «Теплоход». Здесь мы видим остатки небольшого кирпичного корпуса, все, что от него осталось. Дальше, сейчас мы пойдем дальше. Впереди деревянные корпуса. Некоторые из них в более лучшем состоянии, некоторые, которые вот как справа, уже практически разрушены. Пойдемте и посмотрим. Это полуразвалившееся здание когда-то было библиотекой. Давайте заглянем в окошко. И здесь мы можем увидеть стеллажи. Когда-то здесь были книги. И плакат с надписью «Сказочные герои». Когда-то пионеры рисовали эти рисунки. Мы подошли к старой танцплощадке, на которой когда-то происходили все мероприятия, дискотеки. Когда-то здесь было очень много детей, и было весело и интересно. Вот осталась надпись «Мир и счастье детям всей планеты». Как я понимаю, эта комната была комнатой для переодеваний. Мы подошли еще к одной постройке. Судя по плакату, в котором написано «Детский творческий центр», здесь располагались кружки пионеров.
Здесь, безусловно, был кинозал, и ребятишкам здесь крутили кино. Итак, впереди нас здание кирпичной столовой, которая была построена в 1949 году. Если столовая построена в 1949 году, то следует догадываться, что лагерь этот очень старый. Возможно, он сам и был построен в середине 40-х годов. Мы зашли в помещение столовой. Вот смотрите, в каком она находится сейчас состоянии. Полы полуразобраны, но крыша совершенно целая. Мы вышли из здания столовой, и впереди мы видим административный корпус. Попробуем зайти в административный корпус и посмотреть, что здесь есть интересного.
Мы идем по центральной аллее лагеря. Впереди мы видим кирпичные одноэтажные корпуса. Их достаточно много, возможно, 8 или 9. И впереди мы видим сохранившиеся фонари, которые когда-то освещали территорию этого лагеря. Здесь между корпусами мы видим старые умывальники. Детишки раньше здесь умывались по утрам. Вода была только холодная, условия были спартанские. Но так было везде, во всех пионерских лагерях. И, в принципе, по тем временам это было нормально. Мы вошли в один из этих корпусов и пройдемся по его комнатам. Посмотрим, в каком они состоянии. Все эти корпуса, в общем-то, аналогичные, поэтому в каждый из них заходить не имеет смысла. Мы пройдемся дальше по территории и посмотрим что-нибудь еще интересное. Сейчас мы подошли еще к одной из дачек, на которой написано, что это дача номер 7. Мы зайдем внутрь и посмотрим, что там есть интересного. Мы идем по лагерю, и здесь мы видим, как много подряд стоит одинаковых одноэтажных деревянных дачек. Все они однотипные, но в одну из них мы сейчас зайдем и посмотрим.
Вот впереди мы видим еще несколько деревянных домиков, да, на которых написано сушилка номер 2. Вот она, сушилка номер 2. Дверь закрыта. Зайдем в другую, где... Вот, в принципе, вот такое вот небольшое помещение. Их здесь 3. Дальше впереди мы видим старые туалеты. Сейчас тоже подойдем поближе. Вот они, туалеты, которые построены, вероятно, когда был и построен этот лагерь. То есть в конце 40-х годов. Заглянем на минутку. Вот такие здесь кабинки и туалет, которые могли пользоваться 3 человека одновременно. Дорогие друзья, сегодня мы побывали в старом пионерском лагере имени Макаренко, который уже давно заброшен. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам было интересно.